Здравствуйте, я могу вам помочь? Здрасте. Мне это... водки какой-нибудь нормальный. Давайте пройдем к следующему стеллажу. В нашем магазине представлены свыше 100 марок. Практически все ведущие производители мне мира. Что-нибудь попроще, только не палево. Простите? Что, мало, что ли? Мы валюту не принимаем. Баксы не берете? У нас налоговая, нам нельзя. Че, такая фирма за деревянные торгует, что ли? Вы не расстраивайтесь. Выходите, здесь рядом обменник. Обменяйте, приходите. Нормальный? Нормальный, я сама только вот недавно меняла. На Кубу хочу слетать. А я там был, в Вородеро. Серьезно? А мы вот с друзьями буквально вот собираемся сейчас. Вот отпуск, я уже жду не дождусь. Как там, расскажите. Ништяк. А вы какой-то не загоревший? Так я давно был. Как давно? В 91-м году. Ой, ничего себе, правда давно. Я в 91-м только родилась. Потому что, наверное, все поменялось. А вы потом почему не летали? Занят был. Понимаю, бизнес, работа. Вообще не вырваться. Самой так трудно все это. Вообще уже не могу, закружилась. Бизнес. Деревообрабатывающий. В республике Коми. А, это далеко, наверное. Ну, я что-то слышала, но уже...